Хейо, гости мишинки, и мы продолжаем проводить игру под названием 3000-я дуэль. В принципе, нам, я думаю, осталось уже немножечко, так как мы собрали все руны, но нам осталось еще в один портал занять. Также я решил посадить сюда, где у нас закрыто было. Сюда садить, сюда, и как раз сходим за последней, ну, либо не последней, лиловым писанием. И попытаюсь убить все-таки босса, которого я не смог убить. Потому что босс сюжетный, в принципе, тоже босс, которого я не смог убить. Началось. Так, я понял. Сразу. Подождите. Ботиночки против шипов. Чтобы обнулить рыцаря. Давай быстрее. Изи. Так, бандана тьмы. Как я понимаю, это, по идее, снаряжение тоже у нас идет. Бандана тьмы. Черная банда. Бандана из стальных нитей. Когда на вас эта бандана, все только кажется закованным в толстую сталь. Однако, чтобы ее надеть, приходится снимать доспехи. Что довольно неудобно. Если ее надеть, нейтрализует урон от шипов. Уху. Все. Ого, изи. Блин, ну видите, сюда можно было только так поздно прийти. То есть сюда так не придешь. Значит, ставим, убираем. Ну, тут, по идее, тоже уже открыто, как я понимаю. Ну ладно, пускай стоит. И я ставлю на паузу, мы отправляемся сюда. Так, полетели. Первое место со шипами. Блин, с капюшоном идеально. Не боишься вот этих странных шипов. Хочешь, запрыгаешь на сами шипы. Лиловое описание. Найс. Прикиньте, будет босс... Блин, нажал... Ну, это действие только на шипы. Так, а второй далеко у нас находится? Вверх подняться, вниз спуститься. Далековато. Давайте, ладно, через паузу. Так, готово. Бам-бам-бам-бам. Блин, ну туда еще, знаете, нужно попасть, как бы. Мне плевать на шипы, у меня... Говорю, мне плевать на шипы. Священное кольцо. Священное кольцо. Кольцо, олицетворяющее силу веры. Это сверкающее кольцо излучает божественную энергию. Если его надеть, значительно повышает защиту. Ну блин, что такое 15? Что такое 15 защиты? Это ровным счетом нихера.
Как бы то ни было. Кто бы что ни говорил. Ладненько, тогда куда мы с вами бежим? Мы бежим с вами на босса. Так, сейчас быстро вниз. Плоп. Ау. Странно то, что у меня этот не сработал. Вот эта херь с проклятием. Вниз. Еще ниже. Так, окей, там у нас босс. Мы сейчас идем. А, хотя, подождите, я могу сделать так. 8 штук у нас лиловых писаний. Но я не думаю, что это максималка, хотя на карте больше ничего такого у нас нету. Так, здесь метку брать. Здесь я не знаю, что у нас. Так, тут все открыто, тут открыто. Это порталы я пометил, да, получается? Чтоб не забывать. Вот здесь что-то. А что, я не помню. Ладно. Тогда ладненько. А, там. Подожди, а ну-ка. А я так не могу, да, забрать? Надо обязательно убить. Ладно. Поверьте, босс на самом деле очень сложный. То есть вот так не одолеешь. Ау. Ну хотя раньше... Блин, а... Я, понимаете, молчал, потому что я думал, я выиграю или нет. Был шанс выиграть, если бы он не дал кровотечение. Лошадь бы я уронил, и просто я бы ударил его с помощью своей активки. Вот сейчас, блин, я думаю... Специально сейчас сдохну по-быстрому.
ради того, чтобы, так сказать, просрать души, чтобы они мне лишний раз не мешали, вот это, крутясь. Ну, каждый раз просто так ожидать, пока они подлетят. Ну, ладно. Да, это... Ну, сука, ну он снова это сделал. Нет, тогда поудачнее намного было. Тогда было намного удачнее. А я ж могу себе больше урона сделать, чё я туплю? Я ж глупый, что использую? По снаряжению. Он шипы не дает. Кольцо измерения. Может взять это? Ну хотя защита на самом деле не очень так большая. Надо кольцо тогда на урон взять какое-то. 64, 86. Амулет. Можно цепочку взять. Ну, снова понимаете, я здесь пытаюсь впитывать урон. Мне главное быстрее, как я могу уничтожить лошадь. А, за касание у меня отнимает сколько? 154, да, кажется, хпшки. То есть мне нужно за вот этот промежуток времени как-то... разобраться. Да, все-таки с вот этой херней хотя бы можно немного сразу накопить себе. Ай-яй. Ой-ой-ой. Thank you.
Ах, на. Я рад за тебя. Вот честно, я рад за себя, что я смог его одолеть. Пакт неистовства. Монахи, если она будет имбовой. Ну, а 10, тут нихера. Заклинание, в котором заключена божественная сила. Призывает оружие первооткрывателя, непрерывно наносящие удары вперед. Интересно. Вспоминая о перевоплощении. Я вспоминаю одну историю. Существует учение, согласно которому судьба живого существа после смерти определяется тем, сколько зла и добра он сделал при жизни. Даже если ты родился человеком, после смерти ты можешь перевоплотиться в зверя, в зависимости от того, как ты проживаешь свою жизнь. Так кровожадный тюремщик стал в новой жизни конем. Понятненько. Давайте. Блин, а что стамину увеличит? Ну, деф. Можно, в принципе. Вот не знаю, не знаю. Ладно. Так, сколько у меня знаков? Один. Увеличит урон, наносимый врагу при ударе в рывке. Это херня. А это я ничего открыть еще не могу, да. Так, яд, урон. Ладно. Так, ну что тогда мы делаем, ребят, с вами? В принципе, мы отправляемся в ближайший портал. Ближайший портал у нас получается... Где? Получается вот этот. А для этого мне нужно будет сейчас зайти в портал. Телепортнуться вот сюда. Да? И отсюда пойти в этот портал. Поэтому мы идем к порталу. Ну, давайте, в принципе, я думаю, даже с вами посмотрим, как используется способность. Вау. Не дурно. Ну что, ребят, в принципе, я прибежал. Блин, я не знаю, на самом деле, что лучше взять из... Либо вот это, но тут только два использования. Либо я могу давить из лубу, да, типа, меньше 50... Но использование 4. Типа, камон. Давайте я возьму... Если вот эти все три удара, которые там происходят, наносят по 3000, тогда это имба. Но снова, я... Не думаю, что это так. Отмеченный знаком нирваны. Способность видеть будущее. Что это, подарок судьбы или проклятие? Ладно. Не суть. Так, а у меня ж, по идее, стоит... Да. Чем больше открываю, тем больше изучаю. Ну, мне кажется, после этого просто мне это уже не пригодится. Хотя нет, это ж все-таки не порталы. А потом я буду тупить. Да ладно, сейф нет. Ладно. Черт! Опять не получилось, проклятие. Ты. Оу, у тебя так много кармы? Отдай ее мне. Скоро ты обретешь покой. Стой, это что-то, который продавал, нет? Охотник за кармой. Ебануться.
Ау. Ау. Вау. Нет. Ай, ну, немножечко. Вот это опасное, которое вот он вызывает топоры летающие. Короче, нужно дождаться до второй фазы. После второй фазы с ним сражаться. Ну, на самом деле, фиг знает, типа, кровотечение ему не даст, наверное, потому что он. Ну, блин, как я понял, обычная тактика. Ну, это хорошо, что я еще очень часто не попадался под эти сраные шарики. Ясно. Уйди в сраку. Ты можешь пониже спуститься? Чё так высоко? Фух, фух, вау. Вау. Я его убил? Неужто я игру смогу пройти? Не, просто, реально, я вот того человека лошадь не мог убить, и вот этого я не мог убить. Хотя, как вы помните, в первой серии я показывал, у меня же был 70 какой-то уровень. Ну, в принципе, нафиг знает. Снаряжение, что мне дали? По идее, это большой меч, да? Типа топора. Жнец.
мертвецов. Массивная коса, принадлежащая неупокоенному пироманту. Ее форма идеально подходит, чтобы косить врагов. Оружие заговорено и наделено силой огня. Согласно легенде, чиновник, которому было поручено присматривать за дворцом, очагом, стал одержим огнем и превратился в нежить. Так. Осколок, кристалл. Не хватает немного. Я видел будущее. Взгляд в будущее. Я видел будущее. Первопроходцу не удалось достичь своей цели. Он тоже стал жертвой порчи и превратился в монстра. Теперь этот волк в маске. Если бы я был чуть порасторопнее, то мог бы спасти его в этот раз. Хотя он уже принадлежит этому миру. Он в чем-то напоминает меня. Так, ну и последний, да, печать будущего. Печать будущего. Камень, на котором вырезаны незнакомые знаки. Выглядит необычно так. Ну, короче, что я могу сказать? Сейчас пройдемся немного, просто поубиваю врагов. Ну, слушайте, это получается... Коня я убил с третьего трая, а этого жнеца я убил довольно быстро. Ну блин, тут тоже, знаете, я просто уже как бы... И когда я играл в эту игру? Год назад? Ну да, я играл, получается, год назад, и типа... Ну, может, я немного приноровился к... таким играм. Более развился у меня... Как он называется? Реакция развилась. Ну, что поспособствовало мне... такой игре. Легкой. Главное не делать ошибок, не паниковать. Все будет окей. Все будет чики-пики. Так, у меня как раз на целый этот хватает. Level up. It's not bad, it's not bad. Ну что, давайте, я думаю, тогда... На этом мы закончим. В следующей серии уже начну тогда около портала. Того, который нам нужно открыть. Поэтому всем спасибо... Ну, то есть я имею в виду сюда, вот мы сейчас придем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!